Еще до официального начала работы в амбулатории собрались желающие пройти обследование. Все нужные специалисты в одном здании. На прием не только к терапевту и хирургу. Практически ко всем узким специалистам мог попасть каждый житель Цибанабалки. Не у всех есть возможность ехать в город. А здесь на базе нашего учреждения никуда не надо ехать. Люди смогли пройти специалистов узких, которые им нужны. Александр Лизнов – человек в Цибанабалке известный. Много лет возглавляет местный совет ветеранов. Вместе с руководством округа в этом году организовали целую акцию по привлечению жителей к участию в Дне здоровья. Чтобы как-то людей больше привлечь на совет общественности округа, вот в четверг сказали, чтобы по громкой связи оповестить все поселки, на машинке с громкоговорителем объезжали поселки и говорили, когда и во сколько будет вот это День здоровья. В этом году только в Цибанабалке в Дне здоровья приняли участие 600 человек. Это вдвое больше, чем в прошлом. Медики объясняют растущую популярность акции удобством для населения и высоким качеством обследования. Так что в следующем году рассчитывают на увеличение числа пациентов. И, скорее всего, в перечне услуг добавят новые направления. 28 ноября День здоровья пройдет в Сюпсехском сельском округе.